О пациенте, ребенке 6 лет. 27 марта у ребенка вечером заболела голова и его два раза вырвало. Еще раз вырвало 28 марта. Потом до 10 апреля однократно жаловался на головную боль. С 10 апреля жалобы на головную боль и боль в животе ежедневно. Болит не постоянно, то голова, то живот. Например, с утра головная боль, к обеду проходит и потом вечером опять начинает болеть. Боль не сильная. Показать, где болит, не может. Есть еще слабость, при прогулке быстро устает. Повышенной температуры нет. ОАК, моча в норме. УЗИ живота тоже. Помимо всего прочего, сами сделали МРТГОЛ. Мозга. Хочу услышать второе мнение, так как делал совсем молодой доктор. Консультативное заключение. По МРТ ребенка 2014 года рождения, выполнено 18 апреля 2020 года. Выполнена серия МР-томограмм головного мозга, получено изображение в трех проекциях разного типа взвешенности и МРА. Очаговых изменений не выявлено. Желудочковая система сформирована правильно, гидроцефалии нет, лейкомаляции не выявлено. Срединные структуры не смещены, переваскулярные ликварные пространства не расширены, субарахноидальные ликварные пространства по конвекситальной поверхности больших полушарий не расширены, цистерны основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированы, срединные структуры не смещены, гипофиз, высота 4 мм, диафрагма седла вогнута, структура обычная, патология орбит не определяется. Хиазмально-силярная область без МР-признаков патологических изменений. Миндалины мозжечка расположены на уровне большого затылочного отверстия. В зоне эпифизообразований не найдено. Ретроцеребиллярная арахноидальная киста 24 на 12 мм. Структура коры не изменена. Гиппокампальные структуры симметричны. В проекции мостомозжечкового угла корешки 8 пар черепно-мозговых нервов прослеживаются отчетливо с обеих сторон. Симметричные, не утолщены. При МРАВе лизия в круг замкнутый. Участков стенозов, аневризм и мальформации не найдено, при МВ небольшая асимметрия, левый сигмовидный и поперечный уже правого, вариант нормы. Тромбозов и окклюзий венозных синусов не выявлено. Заключение, незначительная ретроцеребиллярная арахноидальная киста. ЗАВ, кафедрой, профессор Холина. Вопрос пациента. Насколько опасна найденная киста? Может ли головные боли у ребенка быть из-за нее? Требуется ли какое-то лечение? Ответ профессора Холина А.В. Киста встречается очень часто и обычно рассматривается как вариант нормы. К головным болям никакого отношения не имеет. Лечение не требует.